Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы собираемся каждый 9 мая здесь, чтобы почтить память тех, кто сражался за Родину, советских солдат, которые в тяжелейших условиях отдали свою жизнь за то, чтобы мы жили счастливо. Мы всегда будем помнить те жертвы, которые принес Советский Союз. Мы потеряли 27 миллионов населения, тысячи городов, сотни тысяч деревень были разрушены дотла. Мы всегда будем помнить о наших союзниках, о тех, кто в тяжелые годы войны сложным северным путем доправлял корабли для того, чтобы принести жизненно необходимую помощь. Мы всегда будем помнить о ветеранах наших, о тех, кто остался в живых, о тех чудовищных условиях, в которых они выковывали победу. Их сегодня с нами нет, но спасибо им огромное, нашим отцам и дедам. Ее высочество, принцесса Анна, не смогла принять участие в возложении, но прислала нам приветствие, в котором, в частности, говорится следующее. Чрезвычайно важно признать огромные жертвы, которые понесли народы Советского Союза. Мало кто бился более смело и страдал более глубоко ради победы. Дети и внуки тех из вас, кто жив сегодня, этого героического поколения, горды тем, что вы сделали для достижения победы. Готовясь столкнуться с вызовами современности, мы черпаем вдохновение в отваге людей, веривших друг в друга и написавших важнейшую главу в долгой истории дружбы между народом Соединенного Королевства и народами России, Украины, Белоруссии и всех других стран бывшего Советского Союза. Поэтому спасибо вам огромное. И в заключение я хотел бы поблагодарить организаторов фонд мемориала за то, что мы сегодня сделали.